А топать-то надо, пнеть! Заткнись, сеглина. А чуть ты упал? Он под тобой. А перед просмотром ролика расскажу о крутом проекте MyCSGO.me. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду из описания ты получишь вкусный бонус при пополнении. MyCSGO.me. Ссылки в описании. Hola, amigos, и вечер добрый, с вами Quantum Kratos, медалист Дизари, и добро пожаловать, это CSGO Габен Маньяк. Всем привет! Здорово-здорово! Всем добра и позитива! Сегодня будет веселая серия, сегодня будет много троллинга и угара. Желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем! Погнали! И да, понравится видео, не забудьте написать комментарий, что понравилось, и поставить лайк, если хочешь больше таких. Мы начинаем! Ой, как много морковок сегодня у нас! Yeah. Морковки против Гейба. О. Я спрятался. Давай здесь сидеть! Морковки против гелендвагена. А, мы друг в друга, блин, мы прозрачные. Ну ладно. Подожди, а куда бежать на случай отхода экстренного? Пацаны, давайте, слышите, все сюда. Все сюда. Срочная сборка, сходка. Он на голову падает. Это он, Дизарь, уходи. Уходил, Дизарь. А, это он? Блин, в парашюте. А что с ним? Вам повезло, у меня просто рендер, короче, у меня резко стало два кадра. Это так хорошо. Я думал, это не он, я думал, это аирдроп падает. Это аирдроп, да. Я съел, все было нормально. Блядь, 30 секунд. Прям жбан. Спустя 2 часа. Уходи, он пришел! Ой, я все вижу. Беги. Пацаны, валите оттуда. Он за тобой побежал. А, ну да, ну естественно, я тебя вижу, Таниль. Так ты выжил вообще-то, ненавидеть будешь, когда сдохнешь. Сука. Какой злой маньяк. Мне жопа, да? Бля! Он потерялся, Антон. Сверху режь. Засунь тебе снежок в очко. Пизда! Я тебе жизнь спас. Спасибо, Дизари, страна вас не забудет. Но это не точно. Ой, какая страна, блядь? Вы говори, какая, уточняйте, пожалуйста. Такая. Беги, Антон. Да он упал, что ли? Вы просто геи-маразматики, сука. Ты себя видел, тебе сколько лет? На! Я не вижу ни... Да не, он со мной бежит? Нет, он за мной бежит. Я понял. Ну так нельзя, блядь! Это неуважение чувств педалиста, сука, да ты издеваешься, просто. Он блядь, по лабиринту носится. Тут лифт есть, прикольно. Сделай мне ноглифт, пожалуйста. Нет. Такие вы собаки, ребята. А у вас... На! Попал! Данил, нет. Антон? Сука, ты реально попал. Данил, я не знаю, как тебе помочь. Я тоже не знаю. Квантум с древнегреческого собака! Нет, квантум с древнего. Беги вот в эту вот! Заходи! Ты видел, что я, блядь, сделал? Я прыгнул и попал ровно в нычку эту. Заходи! Ты че, дурак, что ли, блядь? Я испугался, я не понял, сюда попал, ты такой появился здесь. Сука, товари, блядь! Антон, ты полезешь оттуда, когда он будет заходить, а я отсюда. Я не буду никуда лезть. Не, лезть не надо. Привет. Ты главное не пускай его. Хорошо? Скажешь, что он зайдет. Ох, блин. Он вообще беспринципиальный такой ушлепок. О, он был, блин, как... Фу, бля, блин, что он, творит, бля, он чуть творит. Не залез ко мне только что, прикинь, Данил, Антон. Данил, понимаешь, в чем проблема? А я не всасываю, блядь, в чем проблема. Данил, там прозрачно, не? Там не прозрачно. Знаю. Ну, вроде Данил, как нет. Там стенка, мне кажется, прозрачная. А откуда? У меня все ли... Дядь Квантум, у меня, бля, все белое. Интересно, почему же это? Именно так мы взяли медалиста. У меня все белое. Антон? Я понял вас. Сука. Ты нахера меня пугаешь, блядь? Так не пугайся, нормально все. Медалист, знаешь, где мы? Послушай подсказку. А в рифму можно? Ты что, дурак, что ли, блин? Я зачем в рифму? Ой, блядь.
Я ведь заказный хер. Да пофигу вообще. Мне тут хорошо. Данил. Иди ко мне, мой дорогой. Беги, беги. Он рядом. Где он рядом-то? И с Димасом подружился. Сука, не могу я так. А где он, Антон? Ох, а чё ты... Иван. А чё ты там доделаешь, Антон? Сука! Я упал и засел ты хуй. Присел так, как на толчок. Я упал и испугался. Нифига ты нож грациозно берёшь. Да блять! Ты достал меня, дьявол! Как ты падаешь? Ладно, чё я спрашиваю? Да не, направо. Чё за дурацкие вопросы, как я падаю? Где он? Страшно, да? Вот сейчас я, блядь, просто сосу. Ты можешь не подходить так близко? Стой, пожалуйста, расстояние. Ты мне как... А кто маньяк из вас? Я не знаю, но троллит меня, блядь, тут. Вот так я и упал, вот так я и упал. Ну, в смысле, гомосек. Нет, друзья. О, спасибо. Налево. Куда ты? Ну ладно, иди туда. На, давай. Ой, я тут не был, тут еда. Налево, да, тут. А дальше, да чё? Всё. Ты дурак? А, а как ты сюда залез? Вы, а, Дизарь тоже погиб. Да. А ты где, друг? Медалист. Сладкий мой. Ты на потолку херово ты туча? Вот ты жучи, конечно. Ой, дурак, бля. А топать-то надо, блядь, уметь. Заткнись, сеглина, блядь. А че это ты упал? Он под тобой. Ты достал меня, снежок! Сука! А как ты понял, что ты подо мной, Антон? Я тебя ненавижу. Ну я услышал его. Я услышал только ор. Ненавижу! Так, значит, вы готовы. Два Оди, я иду. Выпускайте меня нафиг. Спасибо. И я уверен, то, что он найдет это. Стоп, да. А ну еще раз двери. Нет, тихо. Я думаю, тут где-то может быть продолжение. Ну, ты меня понимаешь. Граффити, подчекай, ну, вроде нету. А подчекай, как свалить-то отсюда? Вот поэтому я и думаю о продолжении. Зачем ты так делаешь-то? Откуда я знал, что ты туда упадешь? Так. Тихо, я его слышу. Это интересно. Он где-то на карнизах. Вот он в окне! Подойди ко мне! Тихо-тихо-тихо! А ну еще раз дверью подергайте! Не надо! Дергай дверью! Нет! Дергай дверью, что за команда, блядь! Дергайте дверью! Ты пудель, конечно! Дергай дверью! Дергай! Дверь закрылась! Закрыл, блядь! Ага, спасибо! Какого хрена? Там не было там прохода, блядь. И, конечно, умер я, блядь, пиштяк. Бля, да я сейчас тужу. Где Зарю ходит? Что ты ничего не сказал по мне? Он сказал тебе, уходи, Дизарю. Это было поздно. Антошка, Маркошка, иди сюда. На лестницу, просто на второй этаж иди, пускай ты, суки, побомбит, блядь, да? Дядь Петя, он идет на перерез. Ты купи себе обрез, блядь. Заный. О, да, вот тут его патруль. Дядь Петя, прости, за меня, блядь, старший брат мстит. Ты чё, офигел? А ты как думал? Брательник. Старшой. Он за мной бегает, блин. Я пожаловался. Дурак! Жопа! Вот ты тут поднимай, блядь! Успел поднять лестницу, петух! Вот так вот, блядь! Нормально, нормально, давай, давай, давай! Короче, знаешь, что я сейчас... Иди вот сюда, да, туда, туда! Когда будешь убегать, с альтуху! Куда ты убежал, а? Мышь-то желтая, хотя нет, не мышь-то! Ты морковь! Он оранжевого цвета был! Все, беги дальше, блядь! Беги дальше! Тихо, 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 все, тут сиди, тут сиди! Упал, блядь! Надо было лестницу подойти и закрыть. Упал в глазах. Там на второй этаж не подняться, надо было лестницу закрыть, но дядя Кратос.
Только надо было... А, ты бы не успел в дом залезть. Ты мог в эти бревна спрятаться, которые вот ты пробежал. Да тише будь, припалите. Прости. А трава там входная или нет? Какая нахрен трава? Вы чё нафиг делаете? Трава выходная. Сегодня воскресенье. У травы выходной сегодня. Не, я хз знать, ты молчишь просто, а где тебе искать вообще? Ну вот ты на карнизе. Сейчас мы тебя видим. В окно вылез. Подойди ко мне! Да! Да его так быстро можно догнать, Райдер! А там, наверное, можно было... Это было быстро. Ой, я вышел, пацаны. Сюда спускается? Да. Там все нужно быть аккуратней. А, сосас. Дай. Сейчас ты будешь делать сосас. Пацаны, на каком этаже? На втором. Ого! Вот это нормальная тема! Пацаны, кто будет убегать, я вас спасу. Прям так? Прям так. Медалист, главное смотри там чё как. Окей, бро. Окей. Дизари, заходи через главный вход в дом, я тебя спасу. Не, меня убить пытаются. Да? Кто стежок кинул? А, понятно, привет. Димон! Димон! А? Долго это будет, как думаешь, продолжаться? Антон, спусти его в дом, пусть он в дом зайдет. Нет. Он меня убить пытается. Заходи в дом, Дизари, и всё. Да придурочный, 5 хп отнял-то, ты гадость! Димон, тебя жизнь ничему не учит. Иди сюда. Дизари, вниз. Подожди. К вам? Вы тут? Где я? Вперед. А. Смотрит, только граффити чекает, а? Понаучили. Понял? Граффити чекать. Кто понаучил? Я первый до этого додумался. Все, стой спит. Тут, я тебя вижу. Ой, прикольно, слушайте. Верка, подрочи вот. Галактика. Че ты прыгаешь? А, да хватит. Хватит, фу, да не. А как вам опуститься до вашего уровня? Нельзя до моего уровня. Никак. Это тебе надо... О, нифига себе. Думать. Что это было? Нифига себе. Топнычка in the world. О, блин, я сейчас испугался на самом деле. Такой чпоньк. Да хватит, фу. Чтоб ты залез ко мне, конечно, не хватит. Че ты ходишь, а че тебе надо? Тут че, блин, салом не мазано, тут все отмыто, уходи. Двери. Давай, 3, 2, 1. Убегаем. Все. Я не знаю, он там остался. Ник видел, сука, ник видел, бздло, я ник вижу, ублюдок. Бздло это ты, бздло, как это, знаешь, как будто седло на лошади. 50 хп, спасибо. Рязанская резня бензопилой. Подойди, сука, подойди. Я нычка не найду, но тебя убью. Да ладно, давай. Какой ты злой. Блин, Артоша, дорогой. О, на зеленом ковре прыгает, смотри-ка. О, давай. Слушай, блядь. Дядь Квантов. А. Я не могу понять, как там происходит. Смотри. Здорово. Прикинь, тут даже так можно. Да ладно. Да, это стойк, который ты показал. А. Бля, вы все спрятались, сука. Слышь, а вот ты вообще охерел, ты в курсе? Антон, иди к главному входу, короче, достал. Да, хочешь меня в ловушку? Давай. Да не кидай в меня. Да не бойся ты. Боюсь. Оу! Да блин! Лестница. Да пошел ты, козёл! Что происходит? Там гонка. Я его башкой в потолок стукнул, ему понравилось, по-моему. Да, конечно. Челябинск, а мог бы зайти в дом, и все. Да, Дизари, мог бы зайти в дом. Блин, у нас с тобой так круто. Вообще, Димон, капец. А ловушка это куда? Да иди ты нахер! Придурок! Зачем? Ну. Я тебя не вижу так-то. Сделал бы кусь и все, ну резать. Ты меня не видишь? Нет. Достал 46 хп. Да хватит, Антон, 43! Че, блядь? Я его прогнал. Он, кажется, это понял. Роза, поймал его! Сука! Охренеть, что за молния? Ебать, Тесла! Я застрял, Ну, жопа. Понятно, если будешь этим спамить, то тупо.
Так я не спавню уже. Я застрял! Все! Тут, короче, триггер, я пройти не могу там, прикинь. А, вот все застрял. Ебать! У него триггер здесь. Ну, нахер! Он, короче, он волшебник. Мы выиграли. Все, мы выиграли. И, ребят, ну что же, на этом все. Это был CSGO Габен Маньяк. Понравилось видео, хочешь больше таких, с тебя лайк, подписка и комментарий. С вами был Квантум Каратас Медалист и Дизари. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока. До свидания.